Ветеран из Актау Нина Устинова сохранила номер «Комсомольской правды», напечатанный 24 июля 1941 года. Она купила его в киоске «Союз печати» за 15 копеек. Нине Ивановне тогда было всего 15 лет. Только 3 года назад, будучи уже пенсионеркой, она обнаружила у себя дома эту уникальную находку. Сначала, призналась труженица тыла, не смогла сдержать слез от нахлынувших воспоминаний. А уже позже начала показывать реликвию детям и внукам, а ксерокопии раздала в школы, музеи и воинские части. Всю войну труженица тыла провела в городе Горький, ныне Нижний Новгород. Ради победы она работала санитаркой, копала противотанковые рвы и участвовала в строительстве военного аэродрома. Да всю войну вспомнил, моя дорогая, все невзгоды. Вспомнил, как через нас летали через болото самолеты, бомбили. Ну, нас-то не бомбили, но у нас стояли зенитки в лесу, нас охраняли. И стреляли зенитки, осколки летели, и мы сидели, как мышки, никуда не высовывались. Мне интересно вспомнить военные-то годы. Не все же в памяти укладывается. Вот, значит, читала, и всем давал читать. Дети мои читали, удивлялись тоже.